Нашему следующему артисту, что называется, на роду было написано стать музыкантом. Почему? Потому что он появился на свет в роддоме, который стоит на месте современного дома музыки. Действительно любопытно, но откуда вам, Александр, известны такие подробности? Я подготовился к сегодняшнему вечеру. Я тоже готовилась. Более того, я с ним играла в одном спектакле, поэтому добавлю, что этот музыкант один из немногих, кто имеет и консерваторское, и актерское образование. Вы, наверное, гадаете, друзья, о ком это мы? Это прекрасный композитор, актер и певец Глеб Матвейчук. Pensare lo si va in America, ma rana sulle lampre bianche, sci d'America. Guarda negli occhi il ragazzo, quegli occhi verdi come il mare. Poi brusisci le lacrime, lo credete di fogare. Спасибо большое! С праздником!